В лесу родилась елочка, а у нас их целых выводок. Но что здорово, что все эти елочки, они не срезаны, они просто вот так вот украшены фонариком. Удивительно прекрасно. Нет ветра, вообще не холодно. Минусовая температура идет. Мне как-то кажется, что снег освобождает от каких-то дурацких мыслей. Прямо он такой чистый. И в голове немножко происходит просветление. Я не знаю, бывало ли у вас такое, но вот в данный момент у меня такое случилось. У меня случилось просветление. Потому что снег белый, чистый, свежий. И мои мысли, я надеюсь, тоже будут очень-очень свежими.